Родительское собрание в школе поселка Володарского началось с творческих номеров учащихся. Их выступления были посвящены прошедшему Дню Победы. А я в России домой хочу. Далее речь пошла об успехах учеников школы. Они постоянно одерживают победы в спортивных, творческих и учебных соревнованиях, а их успеваемость становится выше с каждым годом. Вместе с отличными результатами детей изменяется и Ленинский район. С таким посылом выступил заместитель главы района Алексей Селезнев, который подчеркнул необходимость преобразования муниципалитета в городской округ. Мы считаем, что с приданием району статуса округа он получит новый импульс развития. Например, в поселке Володарского в скором времени улучшатся условия безопасности жителей. Это тот вопрос, который является одним из ключевых для родителей. Это система видеонаблюдения, установленная в наиболее значимых местах, будь это предприятия, учреждения, организации или места скопления людей. Как правило, в первую очередь это берутся учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения. В заключении собрания памятными медалями 90-летия Ленинского района были награждены учителя, воспитатели и активные родители. Награду получил и Василий Дубинов, который участвует в жизни класса своей дочери. Как правило, для отцов такая роль непривычна, однако Василий разрушает сложившийся годами стереотип. Необычно, что вот с подарками совсем, ну, как-то приятно удивлен. В общей сложности медалями наградили 60 человек, а каждому пришедшему на родительское собрание предоставилась возможность заполнить анкету, в которой можно было оценить качество встречи и задать свои вопросы представителям администрации Ленинского района. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.